Как преобразился город за последние годы? Достаточно сильно и в лучшую сторону. Городское пространство появилось, где можно провести время. Здесь изумрудный парк. В принципе, город разрастается. С Новосибирска приезжая в город Барнаул, с каждым годом Барнаул все краше и краше становится. А по Малотобольской периодически гуляете? Да, да. Задумка очень интересная на самом деле. Что есть и кафе, и можно с детьми погулять, и на велосипедах там покататься. Мечтаете для города о чем? Ну, чтобы он только становился лучше, красивее. А вы? То же самое. Я присоединяюсь к этим же словам. Лучше, краше, конечно. Все радостно. Ну, тут часто очень праздники, нам нравится, мы участвуем. Очень вот красиво тут так сделали, часто гуляем. Как изменился город за последнее время, на ваш взгляд? За один, за два. За два дня. За два дня? Очень положительно. Погода стала лучше, дождей нет. А если за 5 лет? Ну вот, Малотобольская тоже сделали, кстати, вот за не знаю сколько лет. Парк Изумрудный тоже реконструируют вроде, там тоже неплохо. Недавно был юбилейный парк, тоже погулять можно, хороший. А какие еще изменения хотите для города? Ну вот, больше парков, наверное, больше как-то восстанавливать вот речной вокзал, что-нибудь там еще новое сделать. Ну, чтобы больше места было вот, для людей. На выставку любую. Хочется на Камчатку попасть. Мороженое кушаю. Все замечательно, все прекрасно. А что, в Барнауле хуже, чем на Камчатке? Нет. Лучше, но хочется, видите, вот выставка. Это ж прекрасно, сидишь, кушаешь мороженое, смотришь на вулканы, и хочется вот съездить и вернуться в Барнаул. О чем я мечтаю, это... чтобы мы все дети сюда приехали, жили здесь. Потому что город, да, хороший для жизни. Это хороший и климат, и все здесь, и продукция хорошая выпускается, все вкусно.